Всем привет! Вы на канале Друзья Ютуберы. Как всегда, я приветствую новых зрителей. Надеюсь, мы с вами будем дружить и вы будете смотреть мои видеоролики. Давайте поиграем в игру. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях, я все сделал. И тогда я дам вам пиар. Ну а сегодня пиар получают аж 3 человека, ссылки на которых будут в описании. Я надеюсь на вашу доброту и на то, что вы подпишетесь на этих людей. Они все-таки старались и подписались, и поставили лайк. О, как, Ребята, часто ли вы донатите в Brawl Stars? Если да, то вам наверняка знакомы цены на гемы, которые просто заоблачные. Ну серьезно, 7000 рублей, даже не 7, а 7500 рублей за гемы, за 2000 гемов. Ну вы серьезно, Supercell? Ну вы серьезно? И как всегда, обиженные вы садитесь за компьютер и написали, как взломать Brawl Stars. Я вам скажу больше. Ничего взламывать не надо, просто сейчас я вам покажу рабочую тактику. А это кейсы Brawl Stars, только, блин, они не в виде рабочие. Сегодня проверю сайт Тащерки, который, некоторые говорят, что он работает, некоторые нет. Поэтому мы сегодня проверим, работает он или не работает. Оставьте лайк, и тогда я выпущу на 30 лайков серию про Петрич Кейс. Работает ли этот сайт? Или обычный лохотрон? Попал по точке, на 52 подточки. Я вижу, как по ладонь в точке. Тебе висят на пальты, напоем дать лопаты. Пока ты вот так отдать, готов твоя сапата. Посмотри, помоль, она мне часы. Ты ношение семь, подобай мне чек больше 20. Посмотри, посмотри, помоль, она мне часы. Ты ношение семь, подобай мне чек больше 20. Эти на мне силовые, сука, ты ж на бэковые. Сотни, сука, да ко мне. Сотни, сука, да ко мне. Как дела, как дела, это новый. Эм, без меня бог на крестьянам вырос. Кто о чем мечтал, то мы взяли на вынос. И длип свежий, чем без музыкальный бизнес. Сайнар, сипа.